Ну все, 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 сказал, говорю, сейчас гулять пойдем, у них истерика. Лорд, лорд, пошлите. Пойдемте гулять. Пошлите. Печка. Че печка? Зеркало. Ну что зеркало? Телевизор. Ну что телевизор? Ну стоят, стоят, мне не мешает. Че мне тут проход вон какой? Так, ну-ка иди сюда. Альфа. Куда рванули? Все, гуляем по участку. Так, что я вам звоню, дорогие подписчики? Вот чеснок. Чеснок яровой. Лорд! Иди сюда. Чеснок яровой. Я, как видите, его еще не трогал. А зимой вон весь выкопан на этой грядочке. Уже засеяно зеленью. Этот яровой. Один где-то я выкопал. Где-то один выкопал вон там он. И там, знаете, одна долька была всего. Но так как он не сильно пожелтел, да, вот я вот смотрю, так как он не сильно пожелтел, его нет смысла сейчас трогать. Еще неделя, две, три, а то и целый месяц до сентября, пускай он там хреначится. Можно, конечно, посмотреть, вот какой-нибудь толстенький вот такой взять, чуть-чуть подкопать. Ну, вон он какой. Я не знаю, сколько здесь долек. Я думаю, еще пока рано, да? Как вы считаете? Пускай он еще пока тусуется. Тем более, вон, дождички прошли, хорошо землю смочили. Сейчас солнышко выглянет на недельку, на другую. Он прекрасно еще дозреет. По-моему, правильно так.